Здравствуйте, репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Терещенкова. Смотрите сегодня в программе. Бассейн в Ишеевке и другие проблемы Ульяновского района. Составить дотации 2 миллиона перечисляем. Плюс мы еще просчитали, у вас складывается профицит по этому году. Алексей Русских поручил разобраться во всех сложных и спорных моментах. Откуда бы ты ни приехал, должен быть привит. Поликлиника номер 2 – единственная в Ульяновской области, где вакцинируют мигрантов. Для иностранных граждан прививка не бесплатная, желающим ставят «Спутник Лайт». Всеобщая вакцинация, всеобщая безопасность. В Ульяновскую область вернулась боевая реликвия. Конечно, для нас честь, что знамя дивизии будет находиться в стенах нашего Димитровградского технического колледжа. На Оргкомитете Победы подвели итоги работы региональных поисковых отрядов. Коронавирус ослабил хватку. По официальным данным, 461 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки. Показатель пошел на спад. Общий уровень вакцинации достиг 70% от плана. Это позволяет постепенно снимать, но не отменять ограничения на работу ряда организаций. Этот и другие жизненно важные для региона вопросы обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона. С подробностями Вера Мещерякова. Ослаблять, но не расслабляться. С 1 декабря в регионе антиковидный режим испытает облегчение. Для граждан, не имеющих QR-кода, сертификата о пройденной вакцинации или отрицательного теста ПЦР, или справки о перенесенном коронавирусе, с понедельника по пятницу, в период с 8 утра до 15 часов, будет открыт свободный доступ к торговой и торгово-развлекательной центре. QR-код не спросят в гостиницах при заселении. Чуть свободнее вдохнет общепит. Разрешено обслуживать 100% зала при обязательном наличии у гостей соответствующих документов. 70% от максимально возможного числа билетов продадут кинотеатры. А все, у кого на руках действующие сертификаты, могут сопровождать молодоженов в ЗАГСах. Без сопровождения взрослых подростков 14-18 лет впустят в театры и музеи. Позитивная динамика позволила ввести эти послабления, но о полном снятии всех ковидных запретов говорить еще слишком рано. И лучше поздно, чем никогда. Анализируя обращения граждан за неделю, в Центре управления регионом призвали чиновников к ответу. Все заявленные ранее темы должны не ограничиваться отпиской, а прийти к логическому завершению. Так, история жителей поселка Мирный, что не мирились с разбитой дорогой, получила четко зафиксированный в планах итог. Было отмечено, стоимость работ составляет 1 миллион 49 тысяч. В адрес Совета депутатов Мирского поселения направлено письмо о чтобы учли в плане ремонта на 2022 год данный участок. Большинство обращений этой недели оказалось так или иначе связано с коммунальной сферой. Управляющим организациям и муниципалитетам поручено оперативно включаться в решение вопросов. Помимо этого, под пристальным вниманием готовность дорог к зимнему сезону. Несмотря на плюс этой недели, при первых обильных снегопадах работа служб не должна уйти в минус. Подрядными организациями заготовлено более 500 тонн холодной смеси, которая будет использоваться в зимний период для устранения аварийной ямочности. И мы в настоящее время также приступили к утверждению планов на ближайшие две недели. Повторюсь, что на территории региона с 4 ноября работает мониторинговый центр, который взаимодействует со всеми оперативными службами и дежурными, закреплены в каждом муниципальном образовании. Также регион продолжает политику чистоты. По соглашению с Федеральным Минприроды, в скором времени в Ульяновске и Димитровграде появится в общей сложности более 700 контейнеров для раздельного мусоросбора. Помимо этого, коммунальный комплекс работает над предупреждением новых водопроводных коллапсов. Расчистка русла Свияги должна проходить с учетом безопасности коммуникаций. Давайте вы согласуете с водоканалом городским, как вы будете чистить в районе этих зон перехода через Тюкер. Вот у меня нет информации, что кто-то согласовал проект расчистки с водоканалом, поэтому обратите на это внимание. И если не поздно, то надо подправить проект эти. И еще один вопрос, который находится на постоянном контроле – выполнение поручения по росту зарплат в регионе. Более 1200 соглашений уже заключено, и это более 45 тысяч работников внебюджетной сферы. Что касается бюджета, то он тоже получил прирост. Примерно 325 миллионов за счет поступления пропорционально выросшим доходам увеличившегося НДФЛ. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73.
878 человек – штат сотрудников одного из крупнейших предприятий Ульяновской области. Производит, пожалуй, самую знаменитую минеральную воду в регионе. Во время рабочей поездки Алексей Русских посетил фабрику и обсудил с руководством перспективы развития. После губернатор проехал по району и посмотрел, как в целом живет муниципальное образование, где и какие проблемы требуют безотлагательного решения. Подробности в материале Павла Петрякова. Высокоуглеродная легированная сталь, то есть им ставишь разметку на коже и пробиваешь, как вилочкой, вот такие ромбики делает и прошиваешь. Да, специально, и получается французский шов. Виктор Коваль, житель села Ундра Ульяновского района, к приезду губернатора подготовился основательно. Встречал не хлебом и солью, кое-чем диковиннее, кожаной сумкой собственного производства. Шов французский, материал итальянский, фурнитура японская, сборка отечественная. В октябре этого года Виктор зарегистрировался как самозанятый и заключил соцконтракт на 250 тысяч рублей. Насмотревшись роликов в популярном видеохостинге, освоил ремесло и открыл кожевную мастерскую прямо у себя дома. За чашкой чая рассказал, как познакомился с женой, теперь уже многодетной мамой. Кстати, о маме. Нелли Коваль, домохозяйка, учится в УГУ на дирижера. Ей губернатор подарил кухонную технику, а детям — три мальчика, гору игрушек. Заодно поздравил с днем матери. А дальше снова в путь по проблемным местам. Точка номер один – село Вышки того же района. Водовод здесь последний раз сделали при советской власти, да, и после этого не меняли. Трубы здесь от асбестовых до металлических. Здесь и чугун, и металл, и асбест, и чего уже только нету. В связи с тем, что водовод очень изношен, идет очень высокая потеря воды. С запашком вода, но хоть такая есть. 10% не хватает, чтобы водопроводные сети были изношены на все 100. Порой случается, что вода и вовсе пропадает. Виной тому регулярные порывы на гнилых трубах. Однако местным жителям недолго осталось мучиться с водоснабжением. Раньше сетями заведовал частник, и вот до чего довел. Безвозмездно передал администрации, та разработала проект по реконструкции всех систем. Экспертную оценку он уже прошел. Ждут вхождения в областную или федеральную программу. Цена вопроса – качественный питьевой, почти 58 миллионов рублей. Вторая точка – рабочий поселок Ишеевка. Если у одних воды почти нет, то тут с лихвой целый бассейн. Но купаться в нем некому. Это часть ФОКа стоимостью больше 100 миллионов рублей. Технически его открыли еще 15 сентября. Загвоздка в том, что для окончательного ввода в эксплуатацию не хватает 2 миллионов. Проблему решили на месте. Запуститься в эксплуатацию мы поможем. Мы дополнительно там, в составе дотации 2 миллиона перечисляем. Плюс мы еще просчитали, у вас складывается профицит по этому году, где-то 5-3 миллиона рублей. Их вполне хватит. После ФОКа самый ответственный момент – встреча с жителями. Последние не стеснялись себя в высказываниях о наболевшем. У нас нет Дома культуры. Дом культуры был. В 2016 году его сломали, потому что он себя уже изжил. В нашем населенном пункте давно закрыли школу и пустое здание, в котором в данный момент находится библиотека, отапливаемая электроэнергией. А все остальное здание стоит без отопления. Губернатор пообещал разобраться во всем. От закрытой фабрики и школы до установки освещения на проблемных участках и газификации соцобъектов. Павел Петряков, репортер 73. Российская прививка для иностранных граждан. Единственный в области пункт вакцинации, где обслуживают мигрантов, вторая поликлиника Центральной медсанчасти. В день лечебное учреждение принимает 20-30 иностранцев, желающих обезопасить себя от коронавируса. Для тех, кто перенес инфекцию и хочет проверить свое состояние здоровья, в поликлинике проводится углубленная диспансеризация. Она включает в себя больше обследований, чем обычное, и направлена на выявление послековидных осложнений у пациентов. Поликлиника номер 2 – единственная в Ульяновской области, где вакцинируют мигрантов. Для иностранных граждан прививка не бесплатная, желающим ставят «Спутник Лайт». Большая семья и все с прививкой. Гульзар Исаева – гражданка Узбекистана. Ставить укол пришла, не задумываясь. Девушка хочет защитить себя и своих близких от болезни, из-за которой лишилась бабушки. Были плохой случай, то, что у меня бабушка умерла от ковида. Я бы не хотела, чтобы случилось такое с моей семьей или со мной. Фати тоже пришла на вакцинацию. На ее родном континенте, в Африке, на днях обнаружили новый и очень опасный штамм коронавируса – омикрон. До России, по словам экспертов, он еще не добрался. Зато старыми штаммами ульяновцы заражаются каждый день. Один из способов защиты – прививка. Я думаю о своем здоровье, поэтому я прощаюсь, делаю вакцинацию.
чтобы у меня, чтобы коронавирус не, как у меня не будет коронавируса. Вакцинация для мигрантов Ульяновской области стала проводиться чуть больше месяца назад. Желающих привиться много, даже несмотря на выставленную за укол стоимость – 1200 рублей. Еще одно новшество, но уже для граждан России – послековидная диспансеризация. В поликлинике ее начали проводить с июля этого года. Обследоваться можно не ранее, чем через 2 месяца после начала болезни. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические анализы. Проводятся определенные исследования, тест 6-минутной ходьбы. И там уже, если тяжелая степень ковидной инфекции была, то там дополнительные методы еще есть, в том числе спирография, если нужно, КТ-исследование и дополнительные исследования к узким специалистам. Желающим пройти углубленную диспансеризацию нужно обратиться к участковому доктору либо в отделение профилактики поликлиники. При себе иметь справку о выписке после перенесенной инфекции. Анна Чайникова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. С 29 декабря всех мигрантов, прибывающих в Россию, обяжут сдавать отпечатки пальцев, проходить биометрическую идентификацию и медосмотр. Все процедуры нужно будет исполнить в 30-дневный срок с момента въезда. Кроме трудовых мигрантов, правило распространяется на иностранцев, въезжающих в страну на срок более 90 суток. В этом случае процедуру можно будет выполнить не позднее 3 месяцев. Прошедшим процедуру выдадут сертификат, а в случае неисполнения требований выдворят из страны – добровольно или принудительно. От прохождения проверок освобождены граждане Республики Беларусь и иностранцы в возрасте до 6 лет. И далее коротко о новшествах декабря уже для жителей России. С декабря зарегистрировать детей можно будет в любом ЗАГСе России, вне зависимости от прописки. Ранее оформить свидетельство о рождении допускалось в ЗАГСе по месту рождения ребенка, месту жительства или по месту хранения актовой записи. Особенно важным новые принципы могут оказаться в тех случаях, когда необходимо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака. 30 декабря банкам, действующим на территории России, запретят заранее проставлять отметки в кредитном договоре о согласии заемщика на оказание дополнительных услуг. Изменения помогут избавить население от навязывания банками особых условий. Кроме того, в течение 14 дней после заключения договора заемщик вправе отказаться от таких услуг, если был вынужден заключить договор кредитования с ними. 31 декабря истекает срок перерасчета на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал госуслуг. Сумма варьируется в зависимости от доходов семьи. В составе семьи отныне учитываются и студенты. Если ребенок в возрасте до 23 лет не состоит в браке и учится на очной форме обучения, он учитывается в состав семьи при расчете среднедушевых доходов. Получить или продолжить образование, построить успешную карьеру, найти работу мечты, познакомиться с единомышленниками из других регионов. Все это жители Ульяновской области могут сделать, приняв участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализовать свои таланты можно прямо сейчас. Уже стартовали новые сезоны масштабных конкурсов. Участие в них, как всегда, бесплатное. Нужно только подать онлайн-заявку. Как? Смотрите подробности в нашем сюжете. По всей России началась заявочная кампания на участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Участвуя в них, можно поступить в престижный вуз, пройти стажировку в одной из ведущих компаний, найти наставника и даже начать собственное дело. Прокачать лидерские и управленческие компетенции можно в треке развития конкурса «Лидеры России». Для студентов также открыта регистрация на масштабную олимпиаду «Я профессионал» и проект по решению кейсов «Профстажировки 2.0». А еще принимаются заявки на акцию для студентов и молодых специалистов «Время карьеры». Каждый из этих конкурсов поможет зарекомендовать себя среди работодателей, получить возможность пройти стажировку или найти работу в ведущих компаниях страны. А от педагогов принимаются заявки на профессиональный конкурс «Флагманное образование». Продолжается регистрация и на хакатоны по искусственному интеллекту. А как вы сами оцениваете этот пройденный путь и что считаете наиболее важным сегодня и в ближайшем? Спасибо большое, Владимир Владимирович. Но вы неоднократно говорили о том, что главное богатство нашей страны – это люди. У нас действительно такие талантливые, неравнодушные, целеустремленные. И системная работа, которая по вашей инициативе проходит, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию, в общем, дает свои плоды. Но вообще на сегодня у нас 26 проектов на нашей платформе.
Более 8 миллионов человек уже прошли, поучаствовали. Больше 26 тысяч – это победители и призеры. Во время этого проекта около 300 назначений на такие серьезные посты. Вот среди них 2 губернатора, 6 заместителей федеральных министров, 4 мэра городов, вице-президенты крупных компаний, генеральные директора, главврачи больниц и другие. По всей стране на базе университетов платформа «Россия – страна возможностей» открывает центры компетенций, в которых любой желающий сможет пройти комплексную оценку навыков и получить рекомендации для профессионального и личностного развития. Участие во всех проектах платформы бесплатное. Подробнее на сайте rsv.ru. В ближайшие дни синоптики прогнозируют довольно нетипичную для начала зимы погоду. Небольшой минус ночью и довольно приличный плюс в первые дни декабря. Как следствие, снежно-грязевая каша на дорогах и тротуарах. Все это широким фронтом накроет всю Ульяновскую область. Сложности с уборкой последствий непогоды отмечаются даже в Ульяновске. В Димитровграде понедельник окрестили началом коммунального коллапса. Подробности в материале моих коллег с телеканала «Димград-24». В минувшие выходные в Димитровграде наступила настоящая зима. Правда, ненадолго. Выпавший снег стал стремительно таять уже в первой половине дня понедельника. На дорогах образовалась снежная каша, а пешеходные тротуары и вовсе стали непреодолимым препятствием для жителей города. Большая часть пешеходных зон и дорог уже, конечно, расчищена, но остаются и проблемные участки, где, как говорится, димитровградцы не наблюдали ни техники, ни сотрудников коммунальных служб. Здесь почистили трактор, вот, утром. Здесь и здесь. Ну, что сделаешь, погодные условия? Конечно, неприятно, что заснежено. Лучше, чтобы было все чищено, аккуратно. Тем более такой парк, тут очень многие гуляют с детьми. То есть мы тоже часто с ребенком гуляем. Желательно, конечно, потому что уже тяжеловато, особенно нам. Молодежь-то может это, а нам тяжеловато ходить. Поэтому желательно, конечно, чтобы все это чистили. С некачественной уборкой снега столкнулись не только пешеходы, но и автолюбители. Если вечером в воскресенье на некоторых дорогах наблюдался вполне себе серьезный гололед, то уже к обеду понедельника ситуация кардинально изменилась. Ну, вода на дорогах мешает ездить. Хотелось бы, конечно, чтобы ее откачали, чтобы можно было нормально передвигаться людям по дорогам общего пользования. Комментировать ситуацию на камеру городские коммунальщики отказались. Но в телефонном разговоре руководство МКУ «Городские дороги» заверило нас, что талая декабрьская вода при необходимости будет откачиваться. Но сейчас такой необходимости, по их мнению, нет. А вообще, также, по словам коммунальщиков, техника в Димитровграде работает в штатном режиме. Задействован целый один трактор МТЗ. Остановочные павильоны чистятся вручную. Больше ковида и больше рака. В регионе наблюдается постоянный прирост больных с онкологическими заболеваниями. Лечение осуществляется силами двух учреждений – онкодиспансера в самом Ульяновске и Федерального центра медицинской радиологии в Димитровграде. Также для максимальной доступности действуют профильные стационары дневного пребывания. Подробности изложит моя коллега Татьяна Домоданова. Вот дом, а вот стационар для больных с онкологией, которые болеют длительный срок. Такая близость, она принципиально важна, как, собственно, и психологический комфорт. Дневной стационар все это обеспечивает. Человек приходит в стационар, делает все необходимые манипуляции и в этот же день возвращается домой. Тамара Гасимова из команды поддержки. Вот уже на 4-й по счету курс лечения. Сопровождает близкого человека. Мама тоже без меня как бы боится. Ну, психологическая поддержка для мамы. Вот, я ее как бы здесь... Жду, когда прокапывают. Это очень персонал хороший. Направление на госпитализацию больные получают в поликлинике по месту жительства. Курс лечения индивидуально расписывают в областном онкодиспансере. Здесь доктор Аратюнян, заведующий отделением, принимает пациентов и высчитывает дозировки лекарственных средств. Это ламинарный шкаф, он предназначен для того, чтобы в нем разводить препараты химиотерапевтические, так как в нем имеется фильтр и вытяжка. То есть это обязательное условие работы для дневного стационара химиотерапии. Проводят таргетную и химиотерапию для пациентов с различными локализациями опухолей. Ковидные ограничения работу дневного стационара почти не затрагивают. Единственное, с поступающих требует свежую справку об эпидокружении. За 9 месяцев 2021 в комфортном режиме с 8 и до 3 часов дня пролечилось более 200 ульяновцев. С онкологией, к сожалению, больше народу стало. Больше. И к
как-то ковид, не знаю, на нас, наверное, никак не повлиял, если только в отрицательную сторону. Наверное, во время локдауна должно было быть как бы и поменьше людей, да, но нет. Во время локдауна у нас был, наверное, максимальный пик, то есть где-то в июне, в июле у нас под 85-90 человек в месяц проходило, при плане 50. Нышан Овикович прежде практиковал в поликлинике. 2 года как заведующий профильным стационаром и единственный здесь врач-онколог. Справляется, но лучше бы не один. Ждет. В 2022-м дополнительную специализацию получит несколько его коллег. А уже в финале года 2021-го планируется открытие Центра амбулаторной онкопомощи, этакого заточенного под онкологию учреждения. Согласно проекту, под одной крышей вся база данных, консультативный прием плюс дневной стационар. Как раз сейчас ведутся поиски этой самой крыши. Ну а пока все здесь, в скромном, давно не знавшем ремонта здании травмпункта Засвияжского района. Это очень доброжелательные люди, знающие, умеющие. Я хожу уже 20 с лишним лет, и благодаря им сохраняю свою жизнь. Но все-таки надо нам стационар дневной отстроить, понимаете? Это невыносимые условия для персонала. Татьяна Домоданова и Юрий Давыдов, репортер 73. В память о героях Ульяновская область богата историей ратных подвигов. Уроженцы нашего региона сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Огромный вклад в победу внес 1130-й стрелковый полк 336-й стрелковой дивизии, который формировался в городе Меликесе, ныне Димитровград. Боевое знамя, под которым сражались солдаты, передали Алексею Русских. Реликвия будет храниться в музее Димитровградского технического колледжа. 1130-й стрелковый полк 336-й стрелковой дивизии формировался в самом начале войны в Меликесе. Ныне это город Димитровград Ульяновской области. Ее солдаты героически сражались с фашистами за освобождение Родины, за что дивизия награждена орденами Красного Знамени и Суворова второй степени. В начале декабря 1941 года дивизия прибыла на Западный фронт и участвовала в Московской битве. Затем боевой путь лежал через Калужскую, Тульскую, Орловскую, Житомирскую и Львовскую области. За участие в освобождении города Житомир, Украинской ССР, дивизии и дали название «Житомирская». Освобождала Польшу и Чехословакию. В боях дивизия уничтожила и вывела из строя более 73 тысяч солдат и офицеров, около 500 танков и штурмовых орудий и много другой техники противника. Знамя, под которым шли в бой герои, вернулось в Ульяновскую область. Его передали Алексею Русских, который, в свою очередь, распорядился разместить реликвию в музее Димитровградского технического колледжа. И, конечно, для нас честь, что знамя дивизии будет находиться в стенах нашего Димитровградского технического колледжа. У нас есть музейная комната «Вехи российского казачества». И, соответственно, сейчас мы будем уже делать проект музейной комнаты именно как раз вот этой дивизии. Как она формировалась в городе Меликесе, сейчас он Димитровград. И, соответственно, какой путь они прошли в Великую Отечественную войну. В этом году, благодаря работе поисковиков, в область вернулись не только боевые реликвии, но и солдаты, сражавшиеся за свое отечество вдали от родных земель. На родину, на территорию Ульяновской области, возвращено 8 наших земляков, ранее числившихся пропавшими без вести. Ровно 80 лет они лежали и ждали того момента. Это, можно сказать, одна из самых больших чисел, наверное, по возвращению неизвестных солдат на территорию региона за последние 10 лет. Задачи в сфере патриотической работы в регионе обсудили на заседании Оргкомитета «Победа». Особое внимание нужно уделить мероприятиям, связанным с присвоением Ульяновску почетного звания «Город трудовой доблести», а также заботе о ветеранах. В скором времени планируется открытие памятной стелы. Мы поддержали инициативу ветеранских организаций города и определили, что стела должна стоять на площади железнодорожного вокзала Ульяновск-Центральный у входных ворот в город. В декабре этого года должно состояться открытие стелы. Увековечить подвиги хотят и в книгах про героев сел и муниципальных образований. Их планируется подготовить к 80-летию Великой Победы. Анна Чайникова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.
Очередным приглашенным дирижером Ульяновского государственного академического симфонического оркестра губернаторский на один вечер стал Эдуард Дядюра. Известный столичный маэстро исполнил с ульяновскими симфонистами Брамса и, чтобы создать предпраздничное, предновогоднее настроение, увертюры к самым известным мировым операм. Последний раз Дядюра дирижировал у Гассо 16 лет назад. Дирижер уверен, что ульяновским музыкантам по плечу любая, даже самая сложная программа. А с самим коллективом он знаком со студенчества. Ведь одним из его педагогов был основатель оркестра, маэстро Эдуард Серов. Он говорил, что очень сложно было. Он создавал оркестр, и было очень много трудностей, сложностей. Но вот благодаря такому великому мастеру оркестр существует и по сегодняшний день. С этим оркестром удобно играть практически все увертюры и любую программу. Речь зашла даже о Николае Баскове. В самом начале своей сольной карьеры нынешняя звезда отечественной эстрады, а в начале нулевых молодой солист Большого театра, выступал под оркестр, которым дирижировал Дядюра. Я думаю, что он и сейчас может стать еще хорошим оперным певцом, но человек выбрал другой творческий путь. Это большие деньги, это слава, это известность. Поэтому его нельзя осуждать. На мой взгляд, он может продолжать свою творческую карьеру как оперный певец. Везло Эдуарду Александровичу и на известных слушателей. Во время одного из его концертов в зрительном зале оказался даже президент России. Правда, не Путин. Большой авторитет и уровень, когда тебя приглашают на данное мероприятие, президент Медведев. Это был один из запоминающихся концертов моей жизни, поскольку была вся наша элита в области политики, культуры, спорта. Это был новогодний бал в Кремле. Я дирижировал большим оркестром, где пели все наши мегазвезды российской эстрады и оперные певцы и певицы. Ярослав Щедров, Юрий Тимонин, репортер 73. Напомним, телефоны 30 41 73. Ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих социальных платформах. Инстаграм, ВКонтакте, есть и в Одноклассниках. Подпишитесь и следите за актуальными новостями региона в своем смартфоне. Не успели посмотреть нас в эфире? Поможет Ютуб и, конечно, наш сайт www.reporter73.tv. Всего вам доброго!